Не королевское это дело давать 5. Видно, так подумал трехлетний сын принца Уильяма. Вместе с родителями и сестрой Джордж прибыл в Канаду, но начинать неформальное общение с канадским премьером Джастином Трюдо не стал. Все-таки нужно держать марку, визит-то официальный. Неудачное приветствие произошло на военном аэродроме «Виктория» в Британской Колумбии. В Канаде маленького принца Джорджа ждет 8-дневный тур, причем весьма насыщенный. К примеру, вместе с родителями принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, а также сестренкой Шарлоттой, он отправится на рыбалку, закидывать удочки будут в реке Юкон. К слову, принцесса Шарлотта, которой едва исполнился год и 4 месяца, впервые пересекла океан. По сравнению с ней, Джордж может считать себя заядлым путешественником. Юный принц уже побывал в Австралии и Новой Зеландии.